Что-то у тебя батарейка не кончается. Да, представляешь у меня. Там и не батарейки, и не пленки, и вообще ничего нет. А у тебя без пленки? Ну, конечно. А мы еще на 12 кадровом пока. Да, вот. Что-то у нас там в кадре так. Так, дяденька, видео, уходите. Ножка не влезла, подожди. Не-не-не, ты не двигайся. Даш, дай глаза, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Юля, все, пошли, хватит. Ну, Сонька, у тебя она нормальная? Мне нужно, чтобы ты сделала. Стой, я тебя сфотографирую. За шею, ну? Как ты хочешь, как будто укусить? Сделай жадность прям. Да, такие... жадность вырази глазами. Ой, и Олега уберите. Фотошопом уберете. Так это же... Сейчас. Это ж мучиться, это когда мы были раньше, мы могли мучиться, а сейчас мы не любим. Так красиво. Юля, прекрасно. Да, как настоящая невеста. Посмотри на нее. Я как на свадьбу иду, вот такой образ всегда вижу. Очень смените позицию, хотя бы стоя. Да, уже ходить, я так надрываюсь. Аж прямо свою свадьбу вспоминаю. Знаешь, женщина это самый счастливый день. Не так, чтобы было видно уже модель украшения. Закинь вторую руку вот так, чтобы капли капали с руки. Нет, вот я тебе не советую на эту штуку. Рискованная штука, могут случайно задеть. Нет, случайно. Только осторожно, стоять ногами не теребить. Ты когда в глазке не перепутаешь, что ты не на земле спишь. Люди-то куда? Мне сказали, все, хватит. Мы еще не успели, но... Ну, я разве не фотографировала? Ну, чуть-чуть, пару раз. Давайте вот сюда. Сюда. А что, Юля встала? Не, покажи свою ногу, тебе что показать, возьми, выстави ее вот сюда вперед. Вот так, сюда, да, зеленый. Вот сюда, ё-моё! Так, вот так, ага, ёфи, выгнись. Пальцы в кадре, хочу видеть. Живот втянуть. Приблизь рот к браслету, вот так. Пальцы сюда положи. И смотри в кадр, смотри в кадр, причем будет зловещий такой. Смотри на этого. Вот, это не на этого, а на Сашу. Извините. Теперь злорадно улыбайся, злорадно, Валь, так знаешь, как будто бы ха-ха-ха, так вот, знаешь. Две руки. Можешь укусить, если надо. Подождите, пока не кусайте, если не хочешь. Положи руку, вот так, сделай. Нет, это хорошо. Байтесь вы в кадре. Вы милые пушистые. Даша, вот эту ногу поднимай вот так, так и отодвинь ее, там, где-то тебе все закроют, не волнуйся. Я не знаю, что там сидит, эту ногу колено поставь на пол. А ты не хочешь, чтобы она просто сзади тебя... Нет, вот сейчас вот у нее получается. Да, не прикольно. Но с другой стороны, можем в форме журнал. Не, мне кажется, ну что-то не ладно, то. Ладно, тогда слезай с нее, сядь рядом. Нет, Даша, не вставай. Ты не хочешь сделать, чтобы я... Я бы тебе сказал, не переживай. Так, иди встань рядом с моделью и поулыбайся в камеру. Я буду кривляться. Да. Это называется рядом? Я пошутил. Не, это самое. Я с другой стороны кадра. Смотри, что мы делаем. Попробуй бедро ближе. Встань как бы вот так, да? Вот так. Хорошо. Помери ноги. Ближнюю ногу. Левую ногу назад. Да. Секунду. Где нога, не вижу ногу? Ну, все готовы.
15? 15? Еще раз. Я сейчас сяду. Садишься вот так вот. Берешь ее за волосы и вот так вот. Или вот так вот. Понимаешь, что вот эти вот движения, то есть вот в этом торчит с головы как будто бы ветки, они очень нехорошо смотрят.